мы видим, друзья, что сегодня остатки демократии в нашей стране стали обузой для олигархии, стали обузой для капиталистического режима, у которого нет ничего в мозгах, кроме денег. И мы обязаны остановить это ради нашего будущего, ради нашей страны, ради нашего народа. Поэтому сегодня та программа, которая уже была озвучена, постоянные встречи, борьба в судах, борьба на трибунах, борьба на каждых последующих мероприятиях, которые будут определять судьбу власти в стране. Дорогие, спасибо за поддержку коммунистической партии. Я хочу сказать еще одно очень важное. Власть знает, что народ сформировал новое антиитросовское большинство. И мы это знаем. Как бы они ни фальсифицировали, есть новое большинство в обществе, которое не приемлет вот этот муляж фальсификаторов в виде «Единой России», который не приемлет эту партию власти. И это большинство объединяет совершенно разных людей. Поэтому... Народ! Жуликов и народ! Народ! Жуликов и народ!